продолжаем плавание по Полтаве, красавице в Праге. Кушаем, обильный ужин у нас сегодня с коньяком, с соком. Все очень вкусно, много мяса, рыбы, овощи. Вот как красивейшие мосты пражские. Жалко, что на них название не написано, было бы интересно, если написали бы на мосте, на мосту его название, чтобы человек знал, как он называется, и не мучился догадками. Очень красиво закат солнца, прекрасно освещается вот эта сторона, правая, наверное, сторона. К сожалению, я еще пока не знаю вот названия некоторых объектов, пока так просто снимаю без, так сказать, без названий. Идем на ту сторону сейчас. Вот люди там кушают, сидят. Идем по коридорчику. Там в уголочке Шора сидит около бара. Кафе-ресторан на воде. Адмирал.